Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, республикалык штабтын пресс борборунда республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун пандемия коронавирус инфекциясынын пандемиясы катталган учурда алып барган иш аракеттери жана ушул инфекциянын алдын алуу чаралары тууралуу республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директору Алтымышева Нурила Алмазбековна маалымат берет. Брифингди ТЮЗООдон, ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле LFM, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал FM радиолорунан, ЛТРнин YouTube каналынан жана Facebook-тан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1-чи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о деятельности Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации в период пандемии коронавирусной инфекции и профилактики COVID-19. Вас проинформирует директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Алтымышева Нуриля Алмазбековна. А прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-й канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР и в Фейсбуке на страницах Кыргыз Укмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Андамесе Нуриля Алмазбековна. Алмазбековна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые граждане. Позвольте рассказать о деятельности Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации в период COVID. Наш центр ведет непрерывную профилактическую работу среди населения по формированию здорового образа жизни, информированию граждан о мерах предупреждения распространения инфекции. COVID внес в нашу работу свои коррективы. Вся наша основная деятельность была связана с информированием населения о профилактике COVID-19. Нашими специалистами центра были разработаны информационно-образовательные материалы, аудио- и видеоматериалы с рекомендациями, как защитить себя и близких в новых условиях жизни. С начала объявления пандемии было разработано очень много информационных материалов, видеороликов по профилактике COVID. Видеоролики размещены на соцсетях, это Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, а также на сайтах Республиканского центра укрепления здоровья, Денсолук КГ и Министерства здравоохранения, и переданы национальные и областные телеканалы. Последние информационные материалы, которые нами были разработаны, это после возобновления экономической деятельности были разработаны следующие материалы по мерам предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Это меры соблюдения безопасности в торговых объектах, меры безопасности парикмахерских, салонах красоты, меры безопасности на рынках для посетителей. Были разработаны рекомендации для мечети. Эти рекомендации мы разрабатывали совместно с Духовным управлением мусульман. Рекомендации для церквей мы ее разрабатывали совместно с представителями православной церкви. Кроме этого, используются онлайн-платформы на базе Zoom, GTSMED, где наши специалисты практически каждый день ежедневно ведут онлайн-беседы с гражданами в регионах, с сельскими комитетами здоровья, укрепления здоровья. И предоставляем достоверную информацию и получаем оттуда от них обратную связь от граждан и отвечаем на их интересующие вопросы. В системе образования тоже провели очень большие обучающие сессии по профилактике коронавируса. Это в школах, вузах, в детских садах, среди преподавателей, руководителей этих организаций. Нашими коллегами, медицинским работникам проводится очень огромная работа по профилактике COVID. Но среди населения нет на сегодняшний день еще полного понимания того, насколько опасна болезнь COVID-19. Сейчас эпидситуация с каждым днем меняется не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Растет количество зараженных лиц. Поэтому очень важно соблюдать простые правила поведения, которые рекомендуются Министерством здравоохранения. Мы с вами должны научиться жить в новых реалиях. Мы должны приспосабливаться к новым условиям жизни.
У нас нет другого выбора. Если мы хотим защитить себя и своих близких, такие вещи, как физическое дистанцирование, ношение масок, гигиена рук должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, каждого из нас. И вообще соблюдение правил личной гигиены, как никогда, на сегодняшний день очень важно. К примеру, как мы сейчас носим маски? Многие не меняют ее в течение нескольких дней, а то и недель. Это не только неэффективно, это очень опасно для нашего здоровья. Необходимо уделять особое внимание правилам ношения масок. Это элементарные правила. Это перед тем, как надеть маску, необходимо провести гигиеническую обработку рук. Это обязательно. Маску необходимо надевать очень аккуратно, так, чтобы она закрывала рот и нос, сведя к минимуму зазоры между лицом и маской. Как только маска становится влажной или же она становится грязной, ее немедленно надо заменить на новую или чистую. Мы часто видим, что в грязных масках наши люди, граждане, ходят. Да. Нельзя использовать одноразовые маски повторно. И кроме этого, сразу после использования масок их надо выбрасывать в контейнеры для отходов. Но мы должны понять, что ношение масок будет эффективно при соблюдении гигиены рук и физического дистанцирования. У нас есть определенные требования есть для гигиены рук. Для правильной, адекватной обработки рук 70% спиртовым антисептиком необходимо достаточное количество антисептика. Это от 2 до 3 мл. Так как спирт быстро высыхает, и нужно время, чтобы погибли в это время вирусы. И необходимо мыть руки не менее 20 секунд. После каждого контакта с предметами, людьми необходимо обрабатывать руки. Поэтому нужно постоянно носить с собой антисептики. Вокруг нас очень много, как вы знаете, бессимптомных носителей, легкой формой заболевания. И поэтому необходимо физическое дистанцирование не менее 1 метра. Это обезопасит вас от человека, который, возможно, и является переносчиком вируса. Я хотела бы обратиться, что у нас у каждого должно появиться коллективная ответственность. Ведь игнорирование вами правил поведения может негативно повлиять на здоровье и жизни наших и ваших членов семьи. Также я хотела бы обратиться к руководителям организации. И на вас возлагается очень большая ответственность. Потому что вам необходимо создать максимальные условия для труда для ваших сотрудников. Это доступ к раковине для мытья рук. Это установка санитайзеров у входа. Это дезинфекция помещения. Это обязательно бесконтактная терметрия. И необходимо организовать рабочее место так, чтобы между сотрудниками было расстояние не менее 1 метра. И самое важное – это проветривание помещения с проведением влажной уборки. Открытые окна – это лучший способ профилактики на рабочем месте. Сейчас наступает пора отпусков. Все люди немного расслабились и активно отдыхают. Однако мы настаиваем на том, чтобы граждане отказались от коллективного отдыха. Сейчас не самое лучшее время для этого. Избегайте посещения многолюдных мест. Откажитесь от приема гостей, проведения тоев и различных мероприятий. И немаловажную роль в профилактике коронавирусной инфекции играет это здоровый образ жизни. На сегодняшний день он актуален, как никогда. Так как здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекциям, в том числе коронавирусной инфекции, соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами. Очень важную роль играет в период COVID ваше питание. Именно правильное сбалансированное питание поможет вам укрепить свое здоровье и противостоять вирусу. И, конечно, не нужно забывать и о физической активности. Она сейчас действительно нужна.
И это можно делать самостоятельно, находясь на свежем воздухе или в домашних условиях, или на даче, соблюдая все требования. Хочу отметить, что также фактором риска для здоровья является употребление алкоголя и табака. Они, вы все знаете, они негативно воздействуют на ваше здоровье, тем самым повышает риск заражения коронавирусом. На сегодняшний день проводится огромная работа на всех уровнях, в том числе медицинскими работниками, по сдерживанию коронавирусной инфекции. Без выходных, без праздников, с большой нагрузкой работают все наши медицинские работники, нагрузка работает наши лаборатории. Но этого недостаточно. Нам необходима и ваша поддержка. Каждый из вас должен нести ответственность перед собой и перед обществом. Прошу вас следовать всем рекомендациям медицинских работников и желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Спасибо, Нурлия Алмазбековна. Эми, мүмкін болса, мамлекеттік тілде дагы кыскача маалымат алсак. Саламатсыздарбы, урматтуу жарандар. Республикалык денсаулукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборун иши боюнча кыскача токтоло кетсем. Кыргызстанда COVID-19 оорусу келген күндөн баштап биздин борбор тынымсыз иш алып баратат. Эң негизгиси алдын алуу жана COVID-19 оорусун таралып кетишине бөгөт коюу боюнча алдын алуу чараларды колдонуш керек. Бул бетқап тағыну. Тағынуның ережелері сақтап, қоғымдық жайларда, ел көп топтолған жерлерден тағыныш керек. Қолды самындап жуу, антисептикалық қаражаттарды қолдануш керек. Физикалық аралықты сақташ керек, аралық 1 метрден кем емес болуш керек. Мұндан тышқары өздік гигиенаны сақтау зарыл. Бардық мекеме уюмдардын жетекчилерине кайрылып кетет элем. Мүмкүн болушунча кызматкерлерди коопсуз эмгек шартына менен камсыздоо керек. Кол жуучу жайларды уюштуруу, кызматкерлердин дене табын өлчөө, антисептик менен камсыз кылуу жана бөлмөлөрүн дезинфекциялоо кажет. Андан тышкары нымды чүпүрөк менен сүртүү түрү жана бөлмөлөрдү желдетүү түрү абзел. Медициналык кызматкерлердин бардык сунуштарын аткарыңыздарга өтүнөм. Сиздерге бекем ден соолук каалайм. Өзүңүзгө жана жакындарыңыздарга сак болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборундагы брифингде ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге республикалык ден соолукту чыңдоо жана коммуникация борборунун директору Алтымышева Нурлия Алмазбековна маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, 5-чи канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-чи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Facebook-тан Кыргыз өкмөтү социалдык проекттен ТРК ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.